чувствуете, что это именно активно-пассивно? Ой, такая хорошая асана. Хорошо, теперь наружу. Вовнутрь. Хорошо, идем дальше. Стоя на одной стороне, там где коленя, то я прямо могу сказать, что вы на первую. Активно-пассивная. Сила тяжести давит вниз, но вы рукой помогаете. Одна рука идет внизу поддержки. Хорошо. Второе невозможно. Наверное, назад. Ты, наверное, назад. Да, прямо внизу. Да, но это уже будет какая? Активная, я же не держу. Поэтому, да. Давайте дальше. Вот это. В сторону. Делали мы такое? Да. Но мы делали это активно. Хорошо, теперь мы вовнутрь. А что неровно получилось? Нарисовано ты имеешь? Нет, значит, другой рукой будет держать. Да. На человечек это не там просто пол. Надо Наташу попросить, чтобы она показывала, где пол. Это на одной руке вообще. Андрей, ты только не говори, что это Наташа. Я сработала. Стой на одной ноге. Все, мы там в колени. Давайте. Первое. Вперед. Я вам даже закрою это. Вы просто делаете это сами. Вы знаете это уже.